Привет, друзья! И вот подъехал второй влог из Крыма. Если интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Он будет очень динамичным. Не забывайте подписаться на меня в Instagram, потому что туда я выкладываю очень много сториз, и у меня там есть отдельный плейлист, где я показываю все свое путешествие в Крым. Так что заглядывайте. Сегодня во влоге я вам покажу только три места, в которых мы побывали. Возможно, вам будет интересно, и в следующий раз, когда вы будете в Крыму, вы посетите эти замечательные места. Все эти видео взяты с моего Инстаграма. Так, ну давайте вернемся на начало. Сначала мы опять нежились несколько денечков в нашем поселке Новофедоровка. Море чистое, прекрасное, волны средние, и нам все очень понравилось. Потом мы поехали на соленое озеро в город Саки. Это был наш первый приезд. Очень теплое озеро. Вот это вы видите ил, который я подчерпнула ногой. Очень классное место, но о нем расскажу подробнее в следующем выпуске о Крыме. И самое интересное этого выпуска, мы отправились в поселок Оленевка, или как вам удобнее называть, мне удобнее называть именно так. Мы взяли экскурсию на моторке. Поехали в Чашу Любви, в разные пещеры, и это очень красиво. Настоятельно рекомендую вам всегда брать моторные лодки для путешествия. Ну, собственно, с кем-то, не самим. Сами вы можете потеряться, если вы вдруг плохо ориентируетесь. Поэтому лучшее решение – моторная лодка с водителем. Лодочка у нас была хорошая, уютная. Нас было около 7 человек на лодке. Комфортно все было, всем выдали спасательные жилеты. И вот мы вовсю ездили по разным тоннелям, по разным закоулкам. И это было круто. Особенно, когда мы ехали очень быстро. Я сидела на носу, и все капли, и вся вода летела на меня, и мне больше всех захватывало дух. Очень красивые пещеры в этих местах, вот в этих скалах. Но некоторые из них уже видно, что замазаны человеком, трещины именно. Поэтому слегка страшновато. Еще страшновато было заплывать далеко, прям далеко-далеко в эти пещеры. И вокруг все было так темно, так таинственно. Аж мурашки пошли у меня. Также мы насквозь проходили одну из скал. И вот именно здесь мне показалось, что верх был немножечко замазан, что-то типа шпаклевки. К вот этому теплоходу, остатку его, мы ехали очень быстро, выехали за периметр, получается, зоны, где можно ездить на моторной лодке, и там сразу почувствовалась вот эта вот таинственность, было прохладно, и мы объехали его со всех сторон, было очень интересно. Дальше мы поехали на мягкий песочный пляж, это было божественно. Правда, именно эта часть Евпатории ветреная, постоянно был ветер. И поэтому я даже не вставляю видео со звуком, потому что можно оглохнуть от ветра. Но при этом он был тепленький. Как вы видите, виндсерферы. Хороший ветер, значит, виндсерферы. Пляж был не сильно наводнен людьми, поэтому одно удовольствие было купаться. Вход был очень-очень далеко и мелко. Далее мы отправились в Евпаторию. Мы посетили набережную и немножко города. Очень красивый город, очень доброжелательные люди в нем живут. Красивая архитектура, по крайней мере, на набережной и там, где мы прогулялись по паркам. В море мы здесь не ходили в этот раз. Будут еще дни, когда мы приедем в Евпаторию, и там мы обязательно попробуем это море.
Немножко пасмурно вечером было в этот день, но грозы не было. Меня очень удивили люди, которые моют ноги вот в этом фонтане, и это как бы норма. Это очень странно. Было много развлечений, много туристов, танцевали детки, аниматоры. И это все заряжало позитивом, очень хорошим настроением и положительной энергией. В Евпатории мы были в первый раз, и она оставила себе положительное впечатление. Но, честно говоря, я лучше бы отправилась в Судак третий раз. Да, если вы не видели мои влоги, то я обязательно оставлю плейлист с влогами из Крыма под видео. Дальше мы пошли гулять по паркам, и, конечно же, я захотела прокатиться на карусели. Она была не страшной, но очень классной, очень хотелось прокатиться, и она отлично поняла настроение, с удовольствием прокатилась. Там не было, кстати, страшных аттракционов или каких-то экстремальных, были вот такие, вот это максимальный был, ну, по крайней мере, в том парке возле набережной, в котором были мы. Я прокатилась, получила удовольствие и с таким хорошим настроением поехала домой и буду заканчивать данный влог. Надеюсь, вам понравился он. Если это так, не забывайте оценить его. С вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения, чаще улыбайтесь, солнышко за окном и побольше вам лета. Всех целую и всем пока-пока!